Всем привет! По-разному можно сделать макаронную запеканку с сыром. Если добавить бекон, будет очень интересно и очень вкусно. И очень калорийно, конечно. У меня сырокопченый бекон, ну, варено-копченый тоже подойдет. Ну, у меня где-то, ну, граммов 300, ну, может, 350. Первым делом отправляю его на сковородку. Слабый нагрев, пусть начинает обжариваться. Сыр. У меня 400 граммов сыра. Дешевого. Купил в светофоре. Я редко бываю в светофоре, но вот вчера проезжал прямо около магазина, остановился, что-то купил, какие-то сыры. Но это совсем дешевый оказался. Ну, мне так показалось, что он будет прилично. Так и оказалось. Меньше 400 рублей он стоил за килограмм. Натер сыр, все 400 граммов. Макароны любые отправляю вариться. Подержал под крышкой пару минут. Весь бекон прогрелся, и слои начали вот эти вот. Это же нарезка. Слипшиеся слои стали расщепляться, расставаться друг с другом. Дальше жарю без крышки. Добавил немножко чили, пул-бибер, турецкую паприку. Ну, немножко. Нагрев средний или несколько меньше среднего. Потом решил добавить еще немножко черного перчика для аромата. Ну, бекон вообще штука сильно ароматная, особенно копченая. С добавлением полбибера черного перчика стал вообще невообразимо классный. Жир вытапливается. Ну, смотрите, на ваше усмотрение. Некоторые могут считать, что жир не надо использовать. Я так не считаю. Это очень ценный жир. Это реальный пищевой продукт. И достаточно ценный. Макароны сварились. Ну, может, чуть-чуть не доварились. 400 граммов макаронов я брал. Ну, можно и 500 взять. Добавляю 200 миллилитров сливок, двадцатка здесь. Они впитаются макаронами, и макароны не будут сухими в конечной запеканке. Досолил, хотя вода и была соленая, где варились макароны, но недостаточно соленая. Ну, примерно половину сыра добавлю сейчас к макаронам и вмешаю в массу. Ну, может, не половину, но процентов 40. Добавляю бекон вместе с вытопившимся жиром. Можете добавить только бекон, а жир не добавлять, это ваше дело. Если вы добавите бекон без жира, ароматного жира, запеканка схватится. А так как я добавил жир, жир не позволит всем ингредиентам схватиться. Слегка размешал, не стал тщательно перемешивать. И сверху выложил остальной сыр. Тимьян у нас, ну как ружье, которое висело на сцене, должно выстрелить. Вот выстреливаю тимьяном. Ну, тимьян и сыр очень хорошо взаимодействуют, гармонично. Масло, не потому что мало масла, потому что сыр, сбрызнутый маслом, он как-то красивее запекается в духовке. Отправляю в духовку 180 градусов, 180-190. Да, смотрите конечные заставки, там уже есть что-то интересное для вас. 180-190, минут 10-12 и минуты 3 жар сверху до колеровки. Ну, не стал сильно колеровать, колернул так, умеренно. Ну, и запах очень хороший, да и вид тоже, собственно. Но если подождать, когда остынет, она не будет
развариваться. Ну, ждать не хочется, потому что хочется подать и горячее поесть. Потому что эта запеканка, конечно же, хороша в горячем виде. Ну, сверху-то она по-любому не развалится. А то, что снизу вывалится, можно добавить на тарелку, ничего страшного. Ну, насчет того, вкусно ли это, ну, какие могут быть сомнения, это очень вкусно и очень калорийно. Всем приятного аппетита, всем пока.